я могу выразить это свое самопожертвование по отношению к духовной ступени, которую хочу постичь? Простите, практически. Это в практическом виде, в преданности, в отдаче десятки. Не смотри на десятку, что это лица твоих товарищей, а смотри на то, что это то, что Творец представляет тебе, как то, что ты должен любить, то, с чем ты должен соединяться, с целью группы, с самопожертвованием группы. То есть ты должен отдать себя им, быть просто слитым с ними. То есть работать против твоего желания получать, насколько ты можешь, делать так, чтобы цель и намерение группы — это было то, что влечет тебя вперед. Просто оторвись от себя и войди в группу. Этим ты входишь в Ибур, потому что Убар, зародыш в чреве матери, что он делает? Он отменен, потому что природа отменяет его, но мы должны стараться сделать так сами с собой. Если не можем, то молиться, чтобы Творец сделал.